Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего настроения. С вами Рэй, продолжаем играть в игру Hustle Castle. Ну что, по-моему, здесь у нас нечего собирать. Мой гоблин уже здесь все давно забрал. Так, улыбочку забираем. И, как я понимаю, у нас с вами осталось очень мало времени до окончания постройки. Так, а точнее 3 часа 56 минут, и, соответственно, у нас освободится работяга. А это говорит о чем? О том, что нам нужны ресурсы на новую постройку. Поэтому мы с вами затягивать не будем и приступим сразу же к фарму. Так, Маришку я смотрел. Так, Вольф, 93 тысячи стали. Это как раз на... Нет, на него мы нападать не будем, а возьмем кого-нибудь послабее. Давайте-ка выберем. Зраз. Ну, вот его, наверное, можно будет немножко потелебунькать и, как говорится, занять или одолжить у него немножко ресурсов. Я думаю, что он не будет против. Так, замечательно, здесь расколбасили. Все, спасибо тебе, Зраз. Ну, не очень, конечно, много, но нам сейчас главное как можно быстрее набрать. И тем более мы получаем с вами два сундучка синих. Так, давайте, наверное, мы с вами... наберем еще кого-нибудь. Это будет у нас, наверное... Нет, здесь не то. Так, 71 тысяча. Тоже, в принципе, сгодится. 380 тысяч силы. Давайте на него нападать. Естественно, мы его, наверное, разберем. Жалко, конечно, что опять же у нас очень мало яблок. Сейчас они быстренько у нас закончатся. Ну, а пока они есть, будем набивать. Постараемся. Хотя мне еще нужно будет слить немножко рейта. И у меня 2143, это уже многовато. И яблок мало у меня. Ладно, вскроем, посмотрим, что нам здесь достанется. Кортики, конечно же, их разбираем, потому что они у нас белые. А здесь арбалет зеленый, тоже его разбираем, он нам не пригодится. 126 тысяч яблок, это получается где-то 3 боя у нас, да? Да, получается именно так. Ладно, давайте попробуем. Нет, это не то. Пыхтелку я смотрел, это довольно сильный игрок. Маришка, по-моему, тоже, если я не ошибаюсь. Во, давайте-ка глянем, что здесь у нас получилось. Какого нам дали персонажа? Разведочку, естественно, сразу запуливаем туда. И 503 тысячи силы. Причем у него только одна легендарная вещь, и это посох. У него кракен развит по максималке. Да, я бы, конечно, бы, наверное, и был бы не против, но, опять же, еще раз повторюсь, жалко мне яблочек. Крот, крот слабенький. Ну, давайте, наверное, вот этого, 53 тысячи стали, бахнем, тем более он тут слабенький. Будет очень быстрый бой и практически ресурсы на халяву, я это так называю. Все, он упал. Ну и магов тут, соответственно, сразу же ложим. Тут даже к бабке не ходи. Что у нас тут получается по яблочкам, ребята? 40 тысяч. Нам не хватит даже на бой. Забираем сундуки. И сейчас, я думаю, мы посмотрим их по-быренькому, что из них выпадет. Жалко, конечно, обычный, но арбалет, естественно, разбираем. В этом у нас тоже броня, ее бахаем. В следующем... Ну, это оставим пока. Тоже оставим. Амулет этот разбираем. Так, и опять же арбалет. Ну ладно, ребят, давайте тогда сделаем так. Небольшую паузу с вами. Накопим яблочек и уже встретимся в следующей серии. И продолжим проходить, набивать наши недостающие ресурсы. Так что далеко не уходите. И снова здравствуйте, дорогие мои друзья. И хорошего вам настроения. Как обычно, с вами Рэй. Со своей игрой в Hustle Castle. И мы забираем сокровище. Сокровище. Смотрим, что отсюда выпадет. Ну, белое сразу бахаем. Да, я думаю, что и аквариум тоже бахаем. Тем более, там урон по области. Нам такие посохи не нужны. Вообще. Ну что же, забираем. Ага, погоди-ка. У нас с вами очень много ресурсов. И я думаю, что пока не стоит. Смотрите, 10 лямов, дерево почти под завязку, не хватает немножко стали, совсем чуть-чуть. Как видите, работяга у меня уже освободился, и это говорит о том, что нам нужно набить с вами, по-моему, 300 тысяч. Так, подождите, я не туда куда-то нажал. Это мы закрываем, это все, по-моему, старое у нас, да, старое. Давайте-ка глянем, сколько нужно точно нам ресурсов. Будем с вами делать, знаете что, литейную.
375 тысяч нам нужно. Да, грубо говоря, 300 тысяч нужно набить. Я думаю, что никаких проблем, в принципе, не должно у нас с этим возникнуть. И еще раз повторюсь, лишь бы были у нас хорошие игроки, зажиточные. Так, здесь, как видите, не фартит нам пока. Ну-ка, а ты? 52 тысячи, в принципе, пойдет на худой конец. Здесь у нас Вольф. 79 тысяч. Ага. И по мощам-то он как я. А, это я помню, он у нас был. Вроде бы мы на него нападали как-то. 98. Так, 507, давайте рискуем, как говорится. А кто не рискует, тот не пьет шампанское. А мне так охота сейчас выпить этого шампусика. Ладно, это я шучу. Так, ну давай, давай, падай. Ты посмотри, какой я неубиваемый какой-то у них тут воин. Но вроде бы как мы пробили. Все, пробили брешь в его обороне. Да ладно, давай, давай, давай. Лучник, не подкачай, елки-палки. Ай-яй-яй-яй-яй. Все, замораживаю. Ну, есть. Есть, ребята, практически на пределе мы выжили из своих бойцов все, что могли. И все-таки победили. Молодцы, не подвели, не подвели батьку. Сыграли очень хорошо, особенно, как обычно, наш арбалетчик. Вы заметите, сколько раз он уже меня выручал. В скольких боях. Умница, красава. Так, и нам остается совсем ничего, ребятушки. Вообще, буквально еще столько же и сможем с вами построить литейку. Я даже не знаю, сколько нам будет делаться у нас по времени, но думаю, немало. Мастерское оружие, давайте-ка мы с вами закажем. А что мы с вами закажем-то? У нас, по-моему, с кристаллами-то обломись. Ну-ка, давайте-ка проверим. Фиол. Да, ребята, у нас не хватает синих кристаллов. Причем не то, что не хватает, их вообще у нас нету. Конечно же, мне хотелось бы сделать оружие на этого. На мага, если только синьку заказывать. Или же опять же ждать фиол. В общем, давайте пока мы с этим делом потерпим немножечко. Переходим опять же с вами сюда и глядим. Слушайте, можно разбахать, но так не хочу я ломать ни броники, ничего. Как-нибудь, наверное, мы все-таки с вами перебьемся. Хотя все-таки у одного мага, как вы видели, есть синий посох. И он довольно слабый. Можно было бы и заказать. Так, а что у нас крафтится по броне? Давайте-ка мы сейчас, наверное, с вами посмотрим. Так, как у нас тут? Я уже забыл, елки-палки. А, вот здесь. Здесь у нас эпический предмет на мага. Видимо, броню я поставил. Хорошо, тогда, наверное, здесь... подожди-ка. Ну... Блин, я даже не знаю. Только лишь синьку крафтить, ребята. Синьку для мага. Именно посох. Давайте, наверное, с вами сделаем его. А там уже что получится, то получится. Все равно надо кристаллы эти нам с вами сливать. Как ни крути. Просто единственное, я думаю, сейчас я закажу... время. Да ладно, фиг с ним. Оно будет делаться не так долго, как фиол. Поэтому, если мы даже с вами накопим кристаллов синих, то успеем заказать. Все, что сделано, как говорится, то сделано. Не отступаем назад. В общем, что нам остается? Нам остается буквально немножечко добить врагов сверх. О, 98 тысяч, это хорошо. Я думаю, что мы с ним справимся сейчас. Хотя, я, по-моему, его тоже как-то просматривал. И он вроде бы не такой уж и слабенький, как я думаю. Давайте заказывать пробники, пускай они пока делаются. Лишними они никогда не будут. Так, еще и еще одну, да, до 18. Все, отлично. Теперь делаем разведочку. Глядим. Да нет, нет, ребята, я ошибался, видимо. Наверное, я с кем-то попутал. Тут ничего страшного, как видите, нету. Воин падает, соответственно, маги тоже сейчас падают. И два арбалетчика легли баиньки. Мы с вами получаем 100 тысяч стали. И если я не ошибаюсь, там осталось совсем чуть-чуть нам набить. Да, буквально один какой-нибудь легкий бой. Нет, пока мы не будем, наверное, брать. Все равно еще не все потрачено. Вот только что ману. Яблоки полностью. Это по полной. Да, давненько такого не было, чтобы все было практически по полной. О, даже кристаллы пошли в плюс. Это хорошо. Ну что, я думаю, наверное, нам стоит заглянуть еще раз на карту, найти кого-нибудь, у кого есть немножко стали, разбомбить его, забрать и поставить уже улучшение, в конце концов. Сколько я уже буду ждать, а? Ну-ка, Гривон и как так? Гривон, давайте-ка его проверим.
Ну, хорош уже выделаться. Ага, пробнички мои. Все, замечательно. Разведочку и смотрим. 602 тысячи силы. Нет, ребята, на него не попрем. Пока найдем кого-нибудь послабже. Где бы их взять-то? Вот, а, Вольф. Не то. Диверсия. Может быть, диверсию? Да, в принципе, нам этого должно хватить. Эль-Рей Нестор. Нифига он назвался Эль-Рей. Прям как я, ядрить его на корень. Ну что ж, давайте, 240 тысяч здесь силы. Никаких проблем не будет. Сами это прекрасно видите. Падают с полтычка. И, в принципе, все. Если я, конечно, не ошибаюсь. А я не должен ошибаться. И у нас 335. А там 350 или сколько нужно? Блин, 375. Ну, елки-палки, совсем, совсем немножечко не хватает. Буквально, ну, 30. Ну, 40, да, 40 тысяч. Это получается, что нужно сделать еще один бой, а? Ладно, давайте искать. Ну-ка, где тут у нас? Пыхтелка, это не то, вот. Ну, в принципе, давайте его разберем. И этого уже нам за глаза. Надеюсь, что Абафлан на меня сильно не обидится. Поймет меня и простит. Все, упали. Тут падают, падают. И лучник в завершении тоже упал. Все, этого теперь нам за глаза, ребятушки. Остается только лишь поставить на улучшение. Где у нас здесь? Литейку, еще раз повторю, мы будем с вами делать. Вот она, красавица моя. И сколько мы получаем? Ага, 8 плюс 6. Угу. Сколько? Блин, 9 дней почти будет делаться. Елки-палки, 9 дней. Ядрить его на корень. Не думал я, конечно, что так долго. Ну, а что поделаешь. Сейчас попробуем с вами сократить маленько время. Иди сюда. Хорошо, пару часов урезали. Ну, еще нужен кто-то один. А кого взять-то? Свободных просто нет у нас рук. Хоть вырывай откуда. Я не знаю даже, что сделать. Видимо, придется брать того, кто у нас занят какой-то работой. Причем неспешной. Давайте, наверное... Ну, придется тебя, наверное, взять, мужичок. А что ж поделаешь? Хорошо, 7 дней, 19 часов. Забираем теперь все ресурсы наши, которые у нас там накопились. Да, не густо, не густо, конечно. Со сталью опять полный звездец. Ну, зато мы получили два сундучка. Какая же большая, шикарная у нас прибавка. Посмотрим, что нам достанется. Амулет этот белый, надо будет его бахнуть. Ну, а этот гудок мы с вами оставим. А вот тебя мы как раз и разберем. Все. Ну что же, дорогие мои друзья, нам остается только лишь опять заниматься фармом. Нам нужны ресурсы, потому что вскоре закончится еще одна постройка, и мы опять же будем что-то с вами улучшать. Для этого я предлагаю с вами... Так, здесь у нас все на мази. Ничего не надо добавлять, ничего не надо улучшать. Здесь 7 дней, ну, конечно, долго. А вот здесь 2 дня 17 часов. Как раз за это время нам нужно нафармить определенное количество ресурсов. Ну что же, давайте попробуем еще раз, как говорится, на дорожку победить. Точнее, попробовать победить повелителя бездны. Вызывает, ага, понятно. Но этого-то мы разбираем, в принципе, легко. Тут у меня два варианта складывается. Либо здесь брать от хила очень много. Ну, знаете, два хила и два реса. Тогда, возможно, все будет совсем по-другому. Или же как-то надо менять тактику. Потом, короче, мы посмотрим, что у меня скрафтится. Оу, тихо, тихо, Шрум, нифига ты буянишь. Почему вы не отхиливаетесь? Я вот этого никак не понимаю, а? Все идет довольно туго. Вот он, Аргоний. Так, Аргоний упал. Ну и мои маги почему-то тоже упали. Я даже не понял, почему. Но, в принципе, это и не важно. Ладно, ребятушки, давайте, если мы сейчас проигрываем, мы делаем небольшой перерыв и уже встретимся с вами в следующей серии. Ну, как я и ожидал, поражение. Ладно, далеко не расходимся, сейчас все будет. Ну что, дорогие мои друзья, снова с вами Рэй. Продолжаем играть в Hustle Castle. Как видите, у нас все здесь нормально. Я уже немножечко подкопил деньжат. Так, мана у нас 900. Так, ушки, забираем подарки. Ребят, я уже вам отправил вне эфира, так скажем. Так что не переживайте.
И предлагаю вам долго здесь не телепунькаться, а сразу, наверное, переходить непосредственно к набиванию ресурсов, да? Да, а, у нас здесь еще орки. Да-да-да, я забыл. Я еще не добил вторжения, поэтому мы, как говорится, по стандарту начнем с них. Кстати, давненько я, да, не снимал, как прохожу вторжение. Соскучились, поди. Скажи, еще бы тысячу лет не видеть. Но, тем не менее, надо пройти, хочу получить сундук, ну и все-таки те тряпки, которые дают там белые сундучки. Это очень много времени не займет, буквально тут пару минут, мы это проходим, как говорится, нон-стопом, как это я раньше называл, аркофон. Вот здесь еще хламоны, давайте-ка по-быстренькому всех их распинаем, чтобы не травили мне душу и не мозолили мне глаза. Ну что, хламончики, ах, соскучились. Вот видите, как штабельками просто ложатся в люлю и все. Как говорится, им хорошо, и мне спокойно. И у нас остались всего два орка, два вторжения. Причем, действительно, это вторжение, как и должно быть, оригинальное. Именно орочье, а не то, что там деревья на тебя нападают, некроманты. Нет, вот оно, настоящее вторжение. Именно орки. Отлично, все, осталась одна компашечка, которую сейчас быстренько отгребет. И мы уже приступим с вами фармить ресурсы. Ну, соответственно, мы вскроем вначале сундучки, посмотрим, что там из них выпадет. Хотя я уже миллионный раз говорю, ничего большого там не ожидаю. Никакой сильной прибавки в шмотках, там, в ресурсах. Но, тем не менее, как факт есть. Так, спасибо тебе, мудрец, за сундук. Ты очень добр к нам. Забираем здесь еще 4 сундучка у нас. Опачки, итого у нас 12 штук, нет, 10. Ну, а теперь, конечно же, будем открывать. С этого, ага, разбираем. И вы сами прекрасно помните, что я белые шмотки никогда не оставляю, потому что от них нету толка, вообще никакого, ребят, нету. У кого нету шмоток вообще никаких, то, конечно, да, оставляйте, не смотрите на меня. Естественно, у нас белое это самое плохое, зеленое, вот как это уже на втором месте, синее на третьем, фиолетовое на четвертом и легендарное уже на самом последнем месте, на пятом у нас. Так, замечательно, давайте вот это мы с вами разбомбим. Еще у нас тут одни ресурсы выпадают. Ресурсы и тут тоже ресурсы. Ну, пускай ресурсы лучше будут, мне уже эти кристаллы поперек горла стоят. Замечательно, все, давайте приступать сразу же к фарму. У нас 331 тысяча яблок. Я надеюсь, мы кого-нибудь с вами здесь найдем. Я-я-я, ты, елки-палки. Вот сейчас ты и получишь, яколка. 389 тысяч силы у него. Поехали, как говорится. Ну и, как видим, разбирается он довольно нежно, плавно, как сырок. Упал. Так, давай, падай, уже достал, на самом деле. Там что-то брыкаться, сопротивляться. Кракен наш бедный завозмущался, глазками там своими задергал. Но, тем не менее, не стал помогать почему-то своим ребятушкам. Решил там втихаря отсидеться. Так, здесь мы получаем... Да нифига хорошего мы не получаем. Это мы бахаем с вами. А здесь тоже посох белый, естественно, тоже его бахаем. И причем даже, ребята, не зависит, на какой уровень сейчас в данный момент будет падать белый. Даже пускай на сотый уровень, я все равно буду их разбивать. Хотя, вроде бы казалось, да, белый посох на сотый уровень, у тебя таких еще пока нету. Да в любом случае, даже зеленый посох на 80 уровень переплюнет тот белый, который у нас на 100. Ну что ж, давайте посмотрим вот этого паренька. Я думаю, что можно, в принципе, отправляться в бой, даже чуть-чуть недохиленным. Ничего страшного в этом нету. Ага, упали. А мы все равно пробились, так что никаких шансов у него выжить нету. Джон, спасибо тебе большое, что выручаешь меня своими ресурсами. Они мне очень пригодятся. И практически мы приближаемся к сумме в 1,5 миллиона стали. Это уже практически половина того, что нам нужно. Это очень радует, хотя, несмотря на это, у нас еще 2 дня впереди с вами, пока у меня освободится работяга. Так что, возможно, мы даже куда-то их присунем, эти ресурсики, и что-нибудь, наверное, сможем построить другое, как это было в позапрошлых сериях. Я копил на одно, но пришлось сделать кракена, потому что работяга, как говорится, не был у нас свободен. Ну-ка, что у нас здесь? 467 тысяч. Фиол, зеленка, синька, фиол. С одной стороны, он слабее меня, да? Но с другой стороны, он довольно неплохо. Практически все фиолетовое, грубо говоря.
Ну и соблазн, естественно, в 200 тысяч стали берет как бы над нами вверх. У меня Мирослав еще не отхилился. Ладно, сейчас мы подождем, пока он подхилится. И, наверное, все-таки рискнем напасть. Ну, если я проиграю, все, я заканчиваю эту серию. Иду ложиться в кровать и буду плакать в подушку. Какой же я неудачник. Ну, вроде бы как бойцы мои уже должны отхилиться. Здесь собирать нам уже нечего. Гоблин все давным-давно собрал. И мы переходим. Вот он, Алексид, 84. Я так понимаю, наверное, это год его рождения. Поехали. Да, Кракен у него раскачан по полной программе. Ой-ой-ой-ой, ребят, вы посмотрите, что тут происходит. Ладно, я пробил воина, но... Да что ты будешь делать-то? Ну? Да какого лешего отхил-то так срабатывает у них часто? Да ладно, блин! Да ну! Да, тут меня даже лучник не спас. Все, ребят, я, как и обещал, я буду заканчивать эту серию. Пошел я, короче, плакать в подушку. Вы сами прекрасно видели, там буквально чуть-чуть не хватило. Не знаю, как так вышло. Ну, а вам всем спасибо большое за просмотр. И мы обязательно увидимся с вами в следующей серии. И продолжим проходить эту замечательную увлекательную игру. Всем пока, всем удачи и будьте начеку.